Это было очень давно. Это существенная правда. Я
тучей по грудь занесет. В медленной речке вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Ночью из дома я поспешу. Все вокзала билет попрошу. Может, впервые за тысячу лет дайте до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит.
прошлом строгие звонки. Мы выйдем за порог в любимый школьный двор, и он запомнит наши тихие шаги. Школа — это мир, целый мир, мозаика историй, вспышки ярких чувств, фейерверк, прикольный сериал. Грусти места нет, улыбнись, поверь, себя достоин. Каждый жив мечта, как он в детстве мечтал. Целый мир, мозаика историй, вспышки ярких чувств, фейерверк, прикольный сериал. Грусти места нет, улыбнись, поверь, себя достоин. Каждый жить лишь так, как он в детстве мечтал. Thank you.
теплый вечер. И как будто окутывал ее своими мягкими лапами. Ярко светила луна. В ее волшебном свете медленно кружились снежинки. Шумели сосны, ели. Самая пушистая елочка была украшена, и вокруг нее девчата дружно водили хоровод. Не торопясь, ушла не гулять. Вдруг в отдалении послышался звук колокольчика. На лесной поляне показалась пара грациозных оленей. Коня, доверха нагруженных подарками, снарядил Дед Мороз. Снегурочка увидела его и обрадовалась. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила Баба-Яга. Она схватила Снегурочку и поволокла ее в лес. Но Дед Мороз не растерялся. Он достал свой пулемет и выстрелил. Снаряд полетел точно в цель и разорвал Бабу-Ягу в клочья. Рви, рви ее клочья, клочья, рви. Спасенная Снегурочка бросилась к дедушке. Они сели в сани, подстегнули оленей и поехали расставать детишка. Фонари давно, ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно. Восьмиклассница, ты говоришь, что у тебя по географии трояка, мне на просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Гордишься мной, ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.
уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Традиционно начинаем наше торжественное событие с исполнения гимна гимназии. Ученики,
директору гимназии Ольге Васильевне Балачу. Дорогие участники сегодняшнего нашего торжественного вот такого события, я думаю, что вполне по праву будет сказать, что в зале нет ни одного случайного человека. Каждый из нас, сидящий здесь, имеет самое прямое отношение к тому, что сегодня будет происходить. Действительно, сегодня событие очень знаменательное, действительно, событие сегодня очень волнующее всех, потому что, как уже сказали наши ведущие, совсем, кажется, недавно вы, дорогие наши выпускники, пришли в первый класс. Я думаю, вот это недавно особо ощущается родителями. По одной простой причине, что на самом деле кажется, что только вчера вы привели своих маленьких совсем еще деток в первый класс, и вот они уже сегодня получают свой первый образовательный государственный документ. То есть сегодня уже действительно вы можете, ребята, считать себя по праву выпускниками. Дорогие ребята, поздравляю вас сегодня с вашим праздником, с вашим выпускным. Мне хочется сказать, что у нас сегодня особой грусти в нашем с вами выпускном нет. Нет ее по одной простой причине, что вы все будете продолжать образовательный вот весь процесс этот дальше. И поэтому даже если кто-то и куда-то собирается еще дальше поступать, учиться не у нас, то все равно учиться будете, а значит будете здесь в городе, а значит будете прибегать, и мы будем встречаться. Единственное, наверное, пожалуй, небольшая такая грустинка будет наблюдаться в той части, что заканчивает свое существование вот тот класс в том составе, 9А, 9Б, 9В и 9Г, каким вы привыкли быть с первого по сегодняшний, с первого класса по сегодняшний день. Вот, наверное, да, грустинка в этом есть. А так, я думаю, что сегодняшний наш с вами выпускной, это грусть мы оставим в на 11 класс. А сегодня я вас поздравляю с тем, что вы все выдержали экзамены, вы все сдали эти экзамены, сдали хорошо, и поэтому сегодня у вас хорошее, красивое, яркое событие, которое действительно, я думаю, что вам запомнится. С праздником вас, дорогие наши выпускники! Ну и сейчас начнется то самое действие, ради которого мы, собственно, все здесь и собрались. Вы собрались сюда для чего, дети дорогие? Просто так? Или аттестаты получить? Понятно. Но все, раз аттестаты получить, значит, мне нужны помощники, классные руководители 9А, 9Б, 9В и 9Г классов. Г-класс. Аттестат особого образца. Похвальный отзыв за успешное выступление в игре в конкурсе «Медвежонок». Грамота Всероссийского игрового конкурса «Кит». Сертификат участника и диплом третьей степени международного математического конкурса игры «Кенгуру». Фотография, сделанная на память во время вручения премии губернатора, диплом призера конкурса «British Bulldog» вручается кому, как вы думаете? Толбаеву Талгату Кайрулину. Талгат наградами богат. Талгат наградами богат. Таких олимпиад, где не блистал бы наш Талгат, и мэр, и губернатор знают, девятиклассник Долубаев казну заметно обесточил. И за 2 года, между прочим, он будет царственно богат. Идет Талгат наш на физмат. Аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Ефремовой Дарье Сергеевне. Ефремова Даша, умница наша, в ее аттестате
классе одни пятерки. Не только вся школа гордится Дашей, но даже Америка в диком восторге. И аист опять не ошибся полетом. К Ефремовым Варю доставил он в дом. Где тут Варя была? Пройдут незаметно учебные годы, и Даша вернется, и Варю мы ждем. Да. Аттестат об основном общем образовании, сертификат участника конкурса «British Bulldog» вручается Алексеевой Кристине Аркадьевне. Мы сегодня скажем прямо, Кристина учится как мама. Она натура утонченная, хотя футболом увлеченная. Но на уроках увлечения совсем никак не отражается. Мы скажем так, образованием она серьезно занимается. Аттестат об основном общем образовании. Сертификат участника международной игры British Bulldog вручается Ашиновой Диане Османовне. Диана в школе иностранной всегда прекрасно занимается. Плюс к этому, как и Кристина, футболом страстно увлекается. Она болельщик, не игрок. При этом ни один урок Диана наша не пропустит. Хотя ночами смотрит матч, она пятерки не упустит, как опытный голкипер мяч. Аттестат об основном общем образовании вручается Богданову Илье Алексеевичу. Наступает перемена и вещает наш Илья, что он будет бизнесменом. Говорит, открою я рестораны и стоянки, нефтескважину пробью. Верим мы в его успехи. Обожаем мы Илью. Аттестат об основном общем образовании вручается Быстровой Дарье Дмитриевне. И мама у Даши бегали в школу нашу. Сидели они здесь за партой и Дашу к нам привели. Мы папу и маму любили, Быстровых мы не забыли. Поэтому Дашу Быстрову мы сразу удочерили. Даша поет чудесно, мы обожаем песни и любим саму певицу. Красивая, добрая, милая, с ней все хотят подружиться. Аттестат об основном общем образовании, грамота Всероссийского игрового конкурса «КИД» вручается Дорохову Алексею Владимировичу. Как информатик, он достоин высоких самых комплиментов. А по профессии он может стать настоящим резидентом. Ведь душу он не раскрывает ни перед кем и никогда. Короче, Штирлиц отдыхает. Он и компьютера не знает, а Алексей не только знает, но помогает всем всегда. Аттестат об основном общем образовании вручается Евсеевой Александре Андреевне. А школу английскую нашу пришла Евсеева Саша. Влилась в коллектив девчонка, как будто всегда была. И тут же себе подружек Саша в классе нашла. Она добротой отличается, и мы говорим любя: Сашенька, наша красавица, в учебе проявит себя. Аттестат об основном общем образовании и похвальная грамота за особые успехи в изучении английского и немецкого языков вручается Карповой Евгении Олеговне. То, что Женя Карпова, это не ошибка. Наша Женя Карпова плавает, как рыбка. И призы приносит нам соревнований. В девочке-русалке все очарование. Женя любит Англию, в ней она бывала. Одного ей раза показалось мало. Снова этим летом Женя уезжает. В классе Женю любят, Женю уважают. Аттестат об основном общем образовании вручается Карпухиной Олесе Максимовне. Карпухина Олеся – загадка до сих пор. Но если эта девочка глядит на вас в упор, то вы уже находитесь, друзья, в ее плену. И на другую девочку не можете взглянуть. И знает эта школа, и знает это класс. Посмотрите, утонете в бездне ясных глаз. Аттестат об основном общем образовании вручается Качковой Кристине Сергеевне. Кристина очень изменилась. В жизни ее течет без класса.
Она бы многого добилась, но почему-то отделилась. А у нее талантов масса. Она актриса, несомненно. Возможно, МХАТ ей маловат. А Голливуд вполне подходит. Там на английском говорят. И если станешь ты сниматься в кино или на сцене петь, учти, придем мы целым классом тебя, Кристина, посмотреть. Аттестат об основном общем образовании вручается Киселеву Тимуру Владимировичу. Тимур пришел, и в нашей школе он встретил Мишу Степаньяна. А тот мастак в любом приколе в пределах города Кургана. Он всех на прочность проверяет. Да, Михаил у нас таков, но испытания проходит Тимур спокойно, Киселев. Все эти Мишины приколы ему, как видно, нипочем, поскольку, знаем, после школы решил он быть у нас врачом. А это требует терпения и каждого понять умения. Аттестат об основном общем образовании вручается Красиловой Анжелике Андреевне. Ну что, Анжелика, уже не уходишь из школы, из нашей в строительный колледж? Да как же мы были без старости? Без старости мы просто рыдали от жалости. Ах, как Анжелика прелестна! Ах, как и умна, и красива! Признаемся в этом мы честно, что колледжу бы подфартило. Но нет. Аттестат об основном общем образовании, сертификат участника международной математической конкурса игры «Кенгуру» вручается Кругликову Арсению Дмитриевичу. Сеня очень необычный, добрый, милый, симпатичный. Он все время вверх растет, вот уже который год. На ударниках играет, даже звон стоит в ушах. И у Сени золотая и большая-пребольшая, ровно в рост его душа. Аттестат об основном общем образовании вручается Кускову Андрею Павловичу. Кусков Андрей не паренек, а настоящий парень. Андрюша обожает рок, играет на гитаре. Физмат сказал: Андрея ждем. Пред ним открылись двери. Талант Андрея нам знаком. В успех Андрея верим. Аттестат об основном общем образовании, сертификат за участие в игре в международный кенгуру вручается Логинову Никите Андреевичу. В школе самый знаменитый — это Логинов Никита. И красив он, и умен, выглядит как чемпион. Наши девочки Никиту просто обожают. Против девочек других дружно возражают. Ты же наш, ты наш родной. Вот заявляют с чувством. Если только на физмат мы тебя отпустим. Аттестат об основном общем образовании вручается Малковой Марии Дмитриевне. В неспортивном классе нашем явно не хватало Маши. Наконец она пришла и места нам заняла, обеспечила победу на соревнованиях. Скажем так, еще при этом краше Маши просто нету. Аттестат об основном общем образовании вручается Мельникову Дмитрию Владимировичу. Вместе в школе, вместе дома Дима Мельников с Артемом. Неразлучные друзья, им вдвоем чудесно. Даже на уроках им вместе интересно. И проходят мимо них сложные задачи. Но не можем мы двоих разделить, иначе будет бунт на корабле. И заплачут громко неразлучные друзья Димка и Артемка. Аттестат об основном общем образовании вручается Нечаевой Анастасии Владимировне. Нечаева Настя, откроем секрет, у нас замечательный, классный поэт. Хотелось, чтобы с этим же увлечением она относилась еще и к учению. А также мы просим на мальчиков наших своим поэтическим взором взгляни. Не хуже они, чем ребята с Инмата, а может быть даже и лучше они. Аттестат об основном общем образовании, сертификат за участие в конкурсе «British Bulldog» вручается Носик Анастасии Дмитриевне.
Настя, это чудо, голова идей полна. Вот сценарий Настя пишет, и при этом не одна, с ней Кристина и Диана. Это творческое трио в нашей школе иностранной может сделать все красиво. И газету, и сценарий, КВН или кино. Скажем так, что носит Насте в жизни многое дано. Аттестаты в основном общем образовании вручаются Пивоновой Анастасии Викторовне. Настя в школу к нам пришла и друзей себе нашла. Хорошо идут у Насти все учебные дела. Девочка серьезная, но очень грациозная. Как она у нас танцует, с восхищением глядим. Наша Пиманова Настя выбирает биохим. Аттестаты в основном общем образовании вручаются Савиной Дарье Борисовне. Мы Диму Савина учили, в наследство Дашу получили. И вот настала та пора, когда сказать необходимо, что быстро выросла сестра. А раньше был в ответе Дима, за первый класс и за второй, теперь она уже в девятом. И стала Дашенька вожатой. И первоклассников гурьбой бегут к ней снова, как когда-то. Бегом бежала Даша к брату. Аттестаты в основном общем образовании вручаются Савченко Кристине Александровне. Кристина наша расцвела, Кристина быстро подросла, немного замкнута она, но верим, что ее весна наступит скоро в новом классе. Науками увлечена, на биохим идет она. Аттестаты в основном общем образовании вручаются Сидинкина Инессе Эдуардовне. Инесса у нас как принцесса, ее голубые очи, весь класс наш околдовали, и школу всю, между прочим. При этом она актриса, сниматься бы ей в Голливуде. Уходит от нас Инесса, скучать без принцессы будем. Аттестаты в основном общем образовании, сертификат за участие в игровом конкурсе «British Bulldog» вручается Силантьеву Александру Игоревичу. Его с удовольствием примет наш легендарный «Эльмат». Поскольку Силантьев Саша талантами явно богат, все девочки в классе считают, что Саша воспитан, учтив, еще на гитаре играет, и штангу легко отжимает, и просто душой красив. Аттестаты в основном общем образовании, похвальная грамота за особые успехи в изучении истории вручается Спирину Артему Сергеевичу. Артем в нашем классе ученый, историей увлеченный. Галина Григорьевна Князева, конечно, Артемом гордится. Иной раз со Спириным рядом считает себя ученицей. По городу первое место он занял в Олимпиаде. Упорно, спокойно и честно Артем шел к высокой награде. Аттестаты в основном общем образовании вручаются Степаньяну Михаилу Андреевичу. Это Миша Степаньян. Мишу знает весь Курган. Он симпатичный парень и очень популярен. И вдруг в девятом классе всех Миша удивил. Устроил просто праздник нам в школе Михаил, учителям имеется в виду. ЕГЭ по математике он на пятерку сдал. Я видела, наш Боря лезгинку танцевал. Аттестат об общем образовании вручается Третьяковой Марии Юрьевне. Третьякова Маша – это гордость наша. Она в делах активна, красива и спортивна. И в городе есть стены, расписанные Машей. Мы Машу очень любим. Все потому, что наша. Спасибо. Ну а сейчас аплодисменты должны прозвучать еще громче, потому что 9-й Г присоединился к 9-му А бывшему, 9-му Б бывшему, 9-му В бывшему и 9-й Г теперь уже тоже бывший. Ирина Германовна сегодня слагает свои полномочия. Только после дискотеки. Конечно, так это естественно вполне. Итак, аплодисменты 9-му Г. Мы привыкли гордиться вами, дорогие учителя. Каждый день в вашей жизни экзамен. Вы сдаете на 5, не зря. Вы прекрасны в летнем сиянии. Нет, влиянию лет не подвластны.
бесконечное обаяние ваших глаз, доброта и ясность. Пусть груз забот рассеется, как дым, за труд, за творчество, за вдохновение. Учитель, перед именем твоим смиренно преклоняем мы колени. На сцену приглашаются наши первые учителя. Кириллова Людмила Ивановна, первый А-класс. Любимые, дорогие нашему сердцу выпускники 9 класса, поздравляем вас с окончанием учебного года, с окончанием второй ступени обучения. Первая была начальная школа, вторая ступень – среднее звено. Каждый из вас – это личность, поэтому не забывайте об этом всю жизнь, тогда вам будет легче жить на свете. Хочется пожелать вам хорошего, доброго лета. Глядя на фотографии начальных классов, вспоминаешь вас маленькими, забавными, немножко смешными, еще растерявшимися в школьной жизни сейчас. Какие вы взрослые! И как приятно на вас смотреть! Успехов и удачи вам в дальнейшей учебе! Ну а сейчас, конечно, хорошего отдыха! Всего вам хорошего! Сейчас слово предоставляется классным руководителям. Антон Борис Вячеславович, 9 А-класс. Причина Татьяна Васильевна, 9 Б-класс. Летунова Татьяна Анатольевна, 9 В-класс. Возняк Ирина Германовна, 9 Г-класс. Ой, я как всегда последняя. И вот за это время, пока мы готовили документы и все, вечно Г-класс последний. Я помню, когда я пришла первый раз в класс и увидела вас, а потом, как я заходила к вам на перемены и не могла там находиться всю перемену, потому что вы орали, дрались, кусались, чего только не делали. Я приходила домой и занималась тренингом. Я их все равно полюблю. И так и случилось, конечно. Я вас очень люблю, дети. Но в то время у меня без конца был анекдот в голове, как учительница умерла, и Бог говорит, ну что, двойки ставила, детей обижала, пошлем ее в ад. Через какое-то время передумал, вызывает и говорит, мы тут посовещались, решили вас в рай отправить. И она говорит, да, а я где была? Вот у меня такое было, когда, да, сначала, а потом вы меня столько раз удивляли. Потому что вы замечательные. Вот как Ольга Васильевна сказала, вот про мой класс точно вы очень умеете мобилизоваться. И еще мне сделали такой подарок. Наш неспортивный класс, который вечно был последним. На стадионе нынче мы заняли второе место. Уж на первое не претендуем. Я ни с кем не прощаюсь, потому что мы будем видеться. И я хочу сегодня сказать не только своему классу, но и всем детям, которых я учила. Вы действительно у нас замечательные. И действительно достойны того, чтобы у вас в жизни все случилось самое-самое хорошее.